Всем привет, с вами снова я, Елизаров Виктор, это утренняя интенсивная тренировка. Как правило, любая тренировочка начинается с разминки мягких сил, и вы не забывайте это делать обязательно. Ну что, в нашем любимом режиме мы будем сегодня работать. Будут 4 упражнения, 3 круга, время работы 20-10. Итак, я расскажу о наших упражнениях на сегодня. Первое упражнение, которое мы с вами сделаем, бег на месте. Второе упражнение будет приседание с отведением назад. Третье упражнение – обычный пресс. И четвертое упражнение – отжимания классические. Соответственно, девушки делают в упрощенном варианте с коленочек. Итак, друзья, я готов. Надеюсь, вы готовы. Поэтому включаем таймер. Приготовились. И первое упражнение, бег. Начали.
Итак, третий круг. Приготовились. Начали. Готовились, третье упражнение. Начали. Закончили, четвертое упражнение. Закончили. Продышались. Что ж, друзья, вот мы с вами выполнили 3 раунда. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя тренировка в режиме табата. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. А с вами был Елизаров Виктор. Будьте здоровы. Пока.